Университетская клиника Казанского федерального университета стала победителем конкурса «Лучшая медицинская организация акушерско-гинекологического профиля Поволжского федерального округа по версии МАРС». Конкурс проходил в один этап. Результаты были озвучены, исходя из просмотра статистических данных гинекологического отделения, а после начисления 39 баллов из 40 представленных. Диплом вручили в рамках работы 8-го общероссийского конгресса «Репродуктивный потенциал России. Казанские чтения». Этот конкурс впервые я услышала и впервые его реализовала. Вот исходя как раз из этих результатов. Ну, там стандартные были наши результаты, то есть те, которые мы представляем в статистических отчетах, это количество ляпароскопических операций. Не секрет, что сейчас малоинвазивным методикам уделяется большое внимание, то есть это сокращает средний койко-день, это лучше реабилитации пациенток после ляпароскопической операции. Преимущество отдается сейчас им, и у нас их достаточно большой процент. Гинекологическое отделение униклиники КФУ неспроста признано лучшим. Оно развернуто на 60 коек, оказывает все виды услуг женщинам с гинекологическими заболеваниями. Университетская клиника работает в системе госгарантии. Согласно программе ОМС, все оперативные вмешательства проводятся на бесплатной основе. Врачи гинекологического отделения разрабатывают индивидуальные программы лечения, обеспечивая преемственность на всех этапах. Однажды, посетив женскую консультацию и получив лечение в гинекологических отделениях, пациентка впоследствии может стать мамой в родильном доме клиники, а затем и пройти послеродовую реабилитацию, прорабатывать со специалистом вопросы контрацепции и планирования родов. По поводу миомы матки у нас самые хорошие предложения и результаты. Мы занимаемся миомой матки, ну, как все акушеры-гинекологи, на протяжении всей своей профессиональной деятельности. Но особенностью нашего отделения является то, что мы в течение длительного времени и больше всех в Республике Татарстан занимаемся именно эмболизацией маточной артерии. То есть это органосохраняющая методика, которая позволяет малоинвазивным доступом, применяя высокотехнологичные методики, справиться с этим заболеванием. Стоит отметить, что в клинике Казанского федерального университета комплексно решаются проблемы женского здоровья. В состав Центра акушерства и гинекологии входит женская консультация, гинекологическое отделение и даже родильный дом. Для консультации и определения необходимости в госпитализации при себе иметь паспорт, полис, страховое свидетельство и направление с места жительства на консультацию. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз.